Лес – наше общее достояние и бесценное зеленое богатство России. 90% лесных пожаров возникают по неосторожности или беспечности человека. Пожары наносят непоправимый ущерб лесу. Будьте осторожны в лесу с огнем. Огонь в лесу – не просто опасность, а предвестник трагедии. Лес – это уникальное наследие, сохранить которое – наша задача.